Готова ли честно отвечать на все вопросы? Да. Сколько тебе лет? 24. Ты сейчас с кем-то встречаешься? Да. Веришь в гороскопы? Чуть-чуть. А в Бога? Да. Веришь в инопланетян? Нет. Какой ты национальности? Русская. Кем работаешь? Моделью. Какое образование? Среднеспециальный дизайнер. Что ты делаешь лучше остальных? Готовлю. Сколько тратишь денег в месяц? 1000. Сколько зарабатываешь? 1200. У тебя есть машина? Будет. Сама купила? Да. Какой у тебя телефон? Samsung S10+. Это подарок? Нет. Ты росла в полноценной семье? Да. Когда-нибудь первая признавалась в любви? Нет. На тебя поднимали руку? Да, был случай с моей подругой и ее мужем, когда я разнимала. Прицелуй баллончики – ужасная вещь. Пробовала сигарета? Да, 15 лет. Бросила 19. Как часто пьешь? Раз в 2 недели. Употребляла наркотики? Один раз курила. Это был первый последний раз. Умеешь готовить? Да. Настолько ли ты счастлива в жизни, как выглядишь в Инстаграме? В жизни я счастливее. Ты занимаешься любимым делом? Да. Думала о самоубийстве? Да, в 15 лет, когда не стала моего папы. Тогда же я начала курить. Какой у тебя есть комплекс? Мои кривые зубы. Насколько ты оцениваешь свою красоту от 1 до 10? 11. С милым рай в шалаше? Нет. Хочешь уехать? Не навсегда. Количество подписчиков имеет значение для тебя? Да. Ты счастлива? Да. Накручивала подписчиков? Да, я пользовалась Кивом, это не советую. Самые неприятные сообщения? Ну, гадкие, когда пишут, что они из Азии и прочее, прочее, люди за крутыми профилями. Сколько и кому давала взятку? $50 ГАИ. Делала пластику лица или тела? Нет. ТикТок это? Танец. PUBG это? Не знаю. Ты принцесса? Да.